На очередной сессии районного совета депутатов был поднят вопрос состояния городских улиц и качества ямочного ремонта. Заместитель председателя райисполкома Владимир Кот пояснил, что за последние годы в таком плачевном состоянии из зимы городские улицы еще не выходили. И здесь ряд обстоятельств. Новый асфальт в городе ложился несколько лет назад, а теперь начинают вылезать при нынешних зимних погодных условиях огрехи из-за изношенности покрытия улиц. Пока наш асфальтный завод не запущен в работу, ему нужны большие объемы, вынуждены возить холодный асфальт из Барановичи и латать ямы. Председатель райисполкома Олег Таргонский поручил, если погодные условия позволят, скорее запустить в работу асфальтный завод и делать ямочный ремонт улиц не маленькими кусочками, а большими участками. А пока коммунальщики заделывают ямы, в которых уже не один автомобилист оставил подвеску. Причем ямочный ремонт ведется не качественно, как отметили депутаты, должного контроля за этой работой нет. На улице Первомайская, к примеру, с неделю назад были заделаны ямы, от свежего асфальта уже и следа не осталось. Не всегда ремонтники после очистки ухабов для последующей заделки его асфальтом оставляют их на ночь с соответствующими знаками. Когда яму заливает вода, до беды совсем недолго.